Привет, друзья! Сегодня очередная посылка, очередная распаковка на канале. Судя по треку номера, у нас сегодня должен быть держатель для вот такого офигенского фонарика XML-T6. Вот. Ну, вернее, приобретал я для него, а там, конечно, он позиционируется как универсальный. Давайте откроем, посмотрим, что там за такой супер универсальный держатель для фонарика. Тяжелая такая штуковина. До этого у меня был держатель фонарика. Это тоже универсальный. Но как-то он попроще, чем это. Супер какая-то конструкция. Так. Ладно. Итак, вот он, держатель. Этот у нас крепеж идет на руль, ну, либо на какое-то другое круглое устройство. Я приобретал непосредственно для велосипеда. То есть вот это крепление одевается на руль, фиксируется, да, там, ну, кому куда удобно, может, кому на раму, там еще куда-то, на втулку, на вилку. Вот. И непосредственно вот сюда, в эту клешню, вот в эту клешню устанавливается уже фонарик и зажимается. То есть сюда мы можем впихнуть, ну, не любой, но достаточно, я так понимаю, большой перечень фонариков. Ну, сколько у нас? Да, сюда можно очень большие фонари ставить. Ну, я во всяком случае покупал для вот этого, потому что универсальный фонарь, ну, универсальный держатель, ну, как бы функцию свою выполняет. Там вот эта клешня, она не механическая, а типа как из резины выполнена, из такой прочной резины, то есть куда он просто вставляется фонарь под усилием и держится. Но я так понимаю, фонарь все равно тяжелый, особенно вот эта голова у него перевешивает, и на кочках, если сильную поймать, он может выскочить. Ну, не выскакивал, но предполагаю, что может выскочить и куда-нибудь улететь, упасть. Дабы этого избежать, я решил заказать себе вот такой крепеж, чтобы можно было затянуть как необходимо мне, сильно, там слабо, и зафиксировать. Вот. Ну что ж, давайте попробуем. Я так понимаю, вот эта резинка, наверное, сюда куда-нибудь ставится, чтобы... Потому что вот это пластик, это не резина. Даже не резиноподобный пластик, это просто пластиковый пластик. Так. У нас он что, не крутится вокруг своей оси, что ли? Должна. Короче, вот этот верхний механизм относительно нижнего должен крутиться. Но пока не получается. Есть винтик, я так понимаю, его надо, ну да, он даже отверстие есть. С отверткой его можно ослабить, в нужное положение перекрутить вот эту клешню, то есть направив при этом луч фонарика в нужное направление и обратно зафиксировать. Итак, вот повторю, вот это крепление, это крепление на руль, в моем случае на руль, и сама клешня для фиксации фонарика. Давайте попробуем. Так. Нифига себе! Он не то, что его фиксирует, мне кажется, он его раздавить может, этот фонарик, хоть он и алюминиевый. То есть здесь принцип такой же, как и на втулке велосипеда, то есть на креплении колеса велосипеда, к той же вилке. То есть такой же эксцентрик стоит. Так. Сначала
крючок. То есть вот у нас свободный ход, в свободном положении все. Ставим фонарик, затягиваем наш эксцентрик. Не сильно, буквально как вот только упор почувствовали, вот какой-то упор, да, уже все, останавливаемся. И благодаря тому, что здесь он у нас конусный, при нажатии вниз, получается, он как бы вот этот шток металлический начинает тянуть, то есть зажимать клешню. И мы таким макаром зажимаем все это дело. И фиксируется он очень-очень сильно. То есть даже пошевелиться он там не может, этот фонарь. Но что я могу сказать, ребят? Классная штуковина, солидная. Все, конечно, хорошо, но немножко здесь коцается при эксплуатации пластик. Поскольку он под давлением трется о металлическую шайбу, немножечко он так трется. Но все-таки как-никак это пластик, это китайский пластик, какой-то он пластиковый, слишком пластик. Такая тавтология получается. Ну, в итоге могу сказать, что вообще сама конструкция, сама задумка мне очень понравилась. Я думаю, она будет очень практична. Не помню, говорила или нет, стоит все это удовольствие 151 рубль на момент заказа. Шла посылка 24 дня, достаточно быстро. Ссылка в описании, можете посмотреть, кому надо, заказывайте. Уже могу сказать, что берите, не пожалеете. Как мне кажется, на практике проверим. Ссылка в описании, еще раз повторюсь. Если кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока!